Уже более 23 гектаров травы выгорело на Камчатке с начала весны. Только за минувшие праздники и выходные пожарные 40 раз выезжали на тушение сухой растительности. В МЧС отмечают, что если в апреле и в начале мая такие пожары полыхали в основном в южных районах края, то теперь добавились и районы, расположенные севернее – Соболевский, Тигильский, Пенжинский, Алюторский, Карагинский. Больше всего возгораний сухой растительности по-прежнему фиксируются в частном секторе и в садоводческих некоммерческих товариществах. Виноваты в этих пожарах люди, сжигающие прошлогоднюю траву вместо того, чтобы выкашивать ее. В МЧС напоминают, что за это предусмотрены штрафы.